Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Так вот, ребят, в предыдущей серии мы с вами остановились вот здесь. Вот здесь мы с вами остановились. И, в принципе, все, дальше я никуда не шел. То есть я сохранился, было тоже страшно, и, в принципе, все. Мы с вами продолжаем проходить эту игру. В принципе, усаживаюсь поудобнее, да, там, кофеек, чаек, кому что больше нравится, покушать. И обязательно пледик, да, вот одеялка, чтобы вот, да, вот, чтобы было вот красиво, да. В принципе, все, мы начинаем. Приятного вам просмотра. Так, мы, короче, где-то тут остановились. Тут, откуда мы вышли вообще? Мы вроде вышли вот отсюда с вами. Вот оттуда пришли. А, нет, откуда мы пришли, блядь? Я не помню откуда. Ну, короче, не важно, ладно. Сука, блядь. Блядь. Да-да, блядь. Я ж все слышал, нахуй. Я же, блядь, все слышал. Так, что у меня там в инвентаре-то есть? У меня есть оружие. Оружие есть. И что это? Плазменная энергия. Это плазменная резака. 20 штук есть, окей. Есть 20 патронов, да? О, еще плюс 6. Бля, я же знаю, что там эта хуйня, блядь. Сука. Сука, сука, бля. Где к ремонту, кстати? Так, ну куда мы пойдем с вами? Там эта хуйня ушла, да? Не, вон она. Что это? Так, ладно. Ты, сука, я же знаю, что чё? No god, now fear. No god, now fear. Типа, чё? Нет бога, давайте сжечь. Давайте бога, не будем жечь. Что, блядь? Ладно, я пойду пока прямой, блядь. Я буду идти вот так, нахуй. Мне, в принципе, похую. О! Сейчас 3000 баксов. Кредитов, я не знаю, что это. Ну, давай, дядя. Что ты, напугай меня. Давай, давай. Аптека. Чего? Мальчик, ты это кому? Давай, я еще приду к тебе. Я так не хочу. Чего, блядь? Чего ты говоришь-то? Ты о чем вообще, мальчик? Там написано непонятно что. Блядь, в жопу иди. Не пугай меня. Блядь, что тут какая-то херня, да, выскочит, блядь? Давай, блядь. Ну, в принципе, ничего. Так, нам осталось только вниз гонять, да, и вот туда в ремонтный отсек, да? Но я думаю, мы оттуда и пришли вроде, нет? Мне прям кажется, что мы оттуда и пришли, блядь. Фонарь вниз сначала сгоняем к этому, блядь. А, не, мы вот отсюда пришли с вами. Точно, точно, точно. А, то сейчас он открытый, да, остается? Нормально. Твой статус-модуль поможет управлять этим механизмом. А, ну вот, нам показывают, куда идти.
Понял. О. Это что? О, так. Чего? Силовой что? Предмета мала аптечка. Статическая батарейка. Какие-то узлы, блин. Так, а если... Как менять? Это что? А это мне энергии добавляет? Ну ладно. Так, ну мне, я так понимаю, мне в любом случае туда идти, да, наверх? Это что? Непонятно, что это, ну ладно. Финалем. А вот зря цель тут был. Здорово. Да и что? Да, конечно, попадаю я прям. Перезарядка. Давай, давай, дядь. На тебя патроны только тратить, блядь. А, вот сюда. Куда мне идти, типа? Туда, что ли, к ним? Давайте, давайте, чего-нибудь. Блять, ты кто нахуй вообще? Давай, блять. Ой, блять, иди нахуй. Беги, 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 мужик, мужик, беги, блять. А у меня больше нет патрона, да, блять? Есть, блять. Блять, сука, и выскочил еще, пидор, блять. Такой нахуй. Взял, выскочил, представляете? Вот как это вот называть? А у меня больше нет аптечек. Вагонетка 8 сломана. Мы затащили ее на ремонтную платформу, но сдох автопогрузчик. Мне нужен стазис модуль. Если мы не снимем этот кусок перемаз рельс, он заблокирует всю систему. Чего не заблокировать? Что нужно сделать-то, блядь? Прям мне вот сюда, да? Или что, блядь? Нет, мне туда не надо. Что надо сделать тут, я не пойму. Эта штука, видите, ничего не делает. Ну, то есть она, видите, какая-то такая. А мы слышим, а как мне туда пройти? Что мне делать с такой ней? А как я там могу, бля, еще ой, пиздить, как мне это использовать то а вот так, значит, да? Замена поврежденной вагонетки. Пожалуйста, ждите. Ну нахер. Эдик, ты справился. Датская вагонетка блокировала туннель. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется.
каких-то штук, что ли, отправить? Скажи патрон. 50 еще. Фу, блядь, что ты тут делаешь, а, тварь, блядь? Процедура замены завершена. Что-то еще живой? Еще живой. Завершена. Так откуда мне ее отправить? Бля, мне мало хп. А, о, мало аптечка сюда, блядь. Так, откуда мне ее отправить? Давай, 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 я же знаю, блядь. Ну, понятно. Чё, блядь? Чё это за хуйня-то, блядь? Ты кто, блядь? Блядь, кто это был? Ну ладно. Так, давайте-ка сохранимся сразу, ну его нахер, блядь. Ну и он нахер, бля. Так, да, 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 принять. Да. Так, откуда мне отправить-то? Вот отсюда, что ли? Не пойму. Откуда мне отправить его? А, с этого, блядь, откуда отправить? Транспортный, что? Ну, вряд ли оттуда, да? Что тут вообще? Ага, ну, мне, конечно, обратно идти, да, я так понимаю? Окей. Это не говоришь, что штука надо придется сейчас драться вообще? Я не хочу, у меня хп-то вообще нету. Получается. Я так и знал, в принципе, блять. Блять, еще промазал. Куда ты бежишь-то, блять? Давай, блять, сука такая. Блять, а как? Они меня пиздят. А? Что? Что, блять? Чтобы взломать... Окей. Okay. Не, дайте я сейчас сделаю побольше все-таки. Так, управление, что-то мне прям не нравится вот это вот такое. Хотя бы будет маневреннее. Так, понятно, погнали, короче, туда. Тут ничего нету, блядь, у меня. Так, сколько у меня... 9 патронов осталось, да? Дополнительный дед, если что. Блять, что нахуй? Че, еблан, блять? Я, блять. Да, такое, блять, честно. Такое, блять. Давай, блять, погнали нахуй, че. Здесь ничего еще нет, самое интересное. Погнали, блять. Бан нахуй. А, и похуй. Перезаряжайся, перезаряжайся, блядь! Да. Да. Да, у меня стрелок еще тут, конечно, хороший. Да. Хорошо, я понял. Надо не паниковать просто. Надо просто не паниковать. Дополнительно 9 штук, блять. Жалко, нет хпшки. Это очень жалко. Надо было оставить все-таки. Ну ладно. Заряжаем. Да. А тут точно ничего нет. Вообще ничего у них нету. Погнали, блять, еще. Блять, что нахуй?
Дай в пизду идите, блядь. Беги, мужик, мужик, нахуй, нахуй, блядь. Пошли в пизду они, блядь. А я могу убегать сейчас? Ой, я могу убежать, нихуя себе, блядь. Прикол. Открывай, открывай, мужик, открывай, блядь. Бегите нахуй. Идите в пизду. До свидания, блядь. Быстрее, 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 быстрее. Блять, пожалуйста. Ничего нету. Все, я убежал от них? Бля, вообще изи было. Да. Это было проще, чем, блядь. Да, ну ладно, блядь. Это было очень просто. Кажется, просто можно было съебаться. Ну ладно. Так, ну здесь ничего нету, как я помню. А, здесь есть эта сохранялка, блядь. Это очень хорошо. Бля, надо было сразу так и сделать. Что он прыгает еще на меня вообще, блядь. Что это такое, нахуй? Бля, мне, конечно, хпшки бы найти, да. Но там ничего нет, как я помню. Серьезно? А, мне туда вообще идти. Панель не работает. Мне не сюда, что ли? Серьезно? О! Да, 1600 кредитов, нахуй они мне нужны. А что тут все стоит, блядь? Ну, конечно, мне в инженерную штуку, да, надо бежать. Ну, погнали еще. Let's go. Сколько мне там патронов? 9 осталось всего лишь. Да, у меня 9 осталось патронов. Ну, го. И 2 черточки хп. Так, мне, значит, все-таки, значит, вот сюда. Ну, лобля. Ой, блядь, погнали нахуй. Айзек, это Кендра. Чего? Дверь в хранилище заперта, тебе нужен ключ. Он должен быть где-то на инженерной палубе. Пизда ты, блядь, спасибо, что сейчас оповестила меня. Спасибо, блядь. Бля. О, понятно, нахуй. Ты, сука, блядь, что ты делаешь, ну? Блядь. А можно съебаться отсюда? О, блядь, он захавал, блядь, тварь. Короче, погнали, а вот этого сразу, до свидания, блядь, делаю. Давай, блядь, чмо, блядь, выйди нахуй только. Раз, два, три. Так, этого я задел, блядь. Этого еще раз. Ну и пошел ты нахуй тогда. Да ты, сука, блядь, да ты вы заебете. Пошел ты нахуй, блядь. Вот и все, блядь, до свидания. Так, сейчас они выскакивают на меня вместе, значит. Я на них херачу тут це, блядь, и им по ногам херачу, наверное, больше. Давай, блядь. Сразу, блядь. А, точно, я же могу им еще руки отстреливать. Сосал, блядь. О, пизда, блядь. Забрал, мужик. Я забрал у них все, это уже хорошо. И лучше, конечно, им поклейшим стрелять. Ой, блядь, до свидания, нахуй. Ну, так только если херачить их реально, типа, но по-другому я просто не знаю как. Чем нужно по этим херням стрелять, да, блядь? Ну, давай, блядь, чмок, где он, блядь, идет? Что-то еще один, блядь, что-то еще появится, ребят, подождите. Угу. Что у тебя? О-о-о, это уже хорошая новость для меня лично. Так, у меня что есть? У меня в запасе еще одна есть, еще одна. Да, одна. Конечно, по клетчам надо херачить, окей.
По клешням так по клешням. Погнали. Давай. Я вижу тебя, блядь. Ладно. Давай, погнали, мужик. Побежали. Побежали вместе с тобой. Мне сейчас патроны не хочу на тебя тратить просто так. Короче, по этим херням уже стрелять, и все, они, блядь, ББ нахуй сразу же говорят. Ой, блядь, такой вообще мальчик нахуй, смотри, что делает. О, давайте двух зайцев одним выстрелом сразу ебанем туда. Блядь, что я делаю? Давай. Раз нахуй. И второго сейчас так же, блядь. И два с нахуй, блядь. А, отсосал, блядь, получается. Все, блядь. Так, патроны мои дайте, пожалуйста. А, ничего не выпало, блядь. Серьезно, нахуй? Так, такое возможно вообще? То есть лута ноль? Серьезно, с этой хуйни лута ноль? Ну ладно. Так, я видел, что я слышал, что там чел еще один, блядь, что делаете. Мало аптечка, пожалуйста, дай мне патронов. Прошу, патроны. Аптечка, нахуй мне твоя аптечка сейчас нужна. Хотя, аптечка мне очень нужна сейчас. А, о, 6 патрон. Нихуя, блядь, сюда, нахуй. 7. Итого 7 патронов у меня, да? Ну, окей. Гоу. Пробежимся тут еще раз. Что-то челлежим. А вот еще патроны. Ууу, блядь. Здравствуйте, блядь, называется это. То есть пробежимся только еще раз. Ничего нету больше, не осталось. Ничего не упустил. То мало ли, блин. Так, ну и того у меня сейчас с вами 10 патронов. Хорош. Погнали наверх к этому челику. Там сейчас будет 4, да, плюс еще 4. Ого. О, бля. Это что, блядь? Так, тут сейчас будет плюс 4 еще, да? Пока я залутаю здесь. Кредиты, спасибо, блядь. Что ли за кредиты? Так, давай-ка я сразу зайду в лифт. Я в него сейчас стрельну, блядь. Ему в клешню лучше, конечно. Так, я патроны просто так тратить не собираюсь на него, блядь. Не сюда они, блядь. А он не спустится, что ли, или что, блядь? Так, давай побегаем снова. Он наверху остался? А вон, да, вон он, смотрите. Угу. Ну так намного проще, конечно, игра. Спасибо, что даешь сразу мне вот эти патроны. Сейчас бы, конечно, патроны тоже. Патроны надо прямо экономить жестко, потому что 5 патронов это вообще жесть. Это вообще ни о чем. Аптечки, конечно, не так сильно нужны, потому что, блин, ну, если патроны есть, никто не заденет, но патроны нам нужны прям жестко. Так, здесь ничего. Здесь тоже. А, во, здесь есть ящик, бля, забыл. Че тут? О, еще плюс 6 кредитов. Нормально. Так, и того. Того 10 патронов у меня. Угу, погнали. Сейчас тут челик еще выскочить должен. Угу, давай, погнали, блядь. Раз. Угу. Он просто идет. Сколько у меня всего? Здесь еще должно появиться, как я понимаю. Да, он прям сзади меня что ли идет? Или что? Где он, бля? А он в этих что ли? Ну и ладно, пусть он там будет, пусть он прыгает. Ну, в принципе, как-то все равно. Я пойду наверх. Тогда уже лучше. Но он тут должен быть, да?
Чё, где он, блядь? Не внизу все. О, внизу, блядь. Что-то еще подобрал? Еще кредиты. Угу. Ну, помните, их тут 4 вообще аж было. Сейчас еще, наверное, выскочит. Фонарь пока сгоняем. Сейчас еще выскочит, скорее всего. Я уверен, блядь, что еще сейчас выскочит. Патроны, блядь. Уже хорошо. Так, вон там тоже сейчас кто-то будет. А нет, здесь, кстати, никого. Ну, здесь, кстати, вроде никого. Больше. Только вот этот остался, вот этот чел остался. И все, в принципе. Да, в принципе, и все таки. Сейчас патрон. Я же знаю, что тут. И сюда, не, блядь. Фух. Оп, сюда, нахуй. Все, давайте сразу восстановимся, блядь, максимально. Блядь, ну серьезно, нахуй. Чел, а ты пойдешь за мной? Смотри, умею. Оп, а ты так умеешь? До свидания, нахуй. А вот надо было раньше, все, блядь. Все, блядь, проебался у моментик, нахуй. Блять, у меня патронов сюда не осталось. Бля. Да все, у меня смогу его наебать, он сюда придет или нет, он там будет стоять. Он лазит. Ну и еще, чел, ты сюда придешь, блять, или вообще похуй тебе, блядь, в целом? Ой, блять! Да не нахуй, блять. Я, сука, так и знал, что он там выскочит. Ну, мы его наебали, это уже хорошо, блядь. Уже радует. Что мы его наебали в целом. Пусть он походит, блядь. А я пока погнал наверх. Давай, давай, открывай, мужик, блядь. Оп-оп-оп-оп-оп. Наебал. Где он, дурачок? А, вон, ходит, дурачок, блядь. Ну и пошел он в жопу, блядь. Наебал дурачка, блядь, смотрите, нахуй. Прыгает он, блядь. Сейчас быстренько возьму. Мне похуй, я возьму, блядь, мужик. Я тебя отпизжу, блядь. Блять, пожалуйста. Блять, патроны возьми. Хоть что-то возьми. Блять. Топайте. Ох, блять. Хорош, нахуй. Сука, я тебе не дам, блять. Тварься, нахуй. Пошел, нахуй. Опа, смотри, наебал тебя. Ага. Я так умею. Блять, серьезно, нахуй. Блять, суки. Смотри, сколько их тут. Я ебу, блять. Сколько их тут? Я в аху, блядь. Давай, 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 мужик, мужик. Опа, закрыл. Перезаряжаю. У тебя есть патроны? Блядь, я не взял патроны? Серьезно, нахуй. Нахуй. Ну, сейчас наебем их опять. Пиздец. Он бежит уже сюда. Нормально. Блядь, это пизда, ребят. Я ебу того рот, нахуй. Ты, блядь. Это пиздец. Потрачу, сука, сейчас свои эти. Чё, блядь? А, нет, все, блядь. Серьезно, нахуй. И что мне делать? Все, это все, представьте, блядь, себе. Не, мне кажется, что-то. Да, я же говорю, блядь, еще бы было. Минус кишня. Минус две. Это все, блядь. А дай лут-то, блядь, чел. Че, просто так тебе, что ли, блядь? Понятно, нахуй. Так, блядь. Так, блядь. Сука, и убиваю вас. Тигре, блядь. Так, что я там нашел? А, так, G. Найдите. Ага. Здесь не работает. Нет инфо. Кендер говорит, что в инженерной отсеке есть запас на. Ага. Кто-то специально отключил бортовую транспортную систему, если я не запущу компьютер, далеко мы не уедем. Фмель заперта на складе, это в инженерной отсеке, да, мне будет нужен ключ. Ну, конечно, я его подобрал, видимо, да? Что там вроде больше... Давайте посмотрим, может, там что-то еще есть, но я так понимаю, тут больше ничего нет вообще. Слово совсем. Да, здесь от слова совсем нет вообще ничего больше. Больше ничего не светится, ничего. Ну, все, остается только идти
туда, вниз. Ну там сейчас, скорее всего, еще будут челики, поэтому я передержусь на всякий случай. Сколько у меня осталось? У меня осталось 6 патронов еще с запасом. Вот это уже разговор. Нормально. Спасибо. Нормально, блядь. Охуенно, блядь. Пиздата. Прошел. Просто, блядь, игра вылетела. Пиздата, блядь. О, блядь! Сука такая... Пошел ты нахуй, блядь. Беги просто, блядь, мужик. Он еще живой? О, все, уже нет. Ебать, я испугался. Конечно, жестко. Да, такое, конечно, увидеть, обосраться можно вообще. Так вот, все, я прошел. Так, это отсюда, да, я так понимаю, ключ или что, блядь? Да. Отсюда. Сейчас тут тоже какая-то хуйня будет, я уверен, блядь. Подставная, блядь. Что вот тут эта хуйня есть? Так, что тут есть у нас? У нас с вами есть инфопанель как раз-таки, вот она. Задание выполнено. Верстачок. О, лут. Очень много лута, кстати. Так, плюс аптека у нас с вами. Здесь что? Есть силовой узел. Это что вообще? Это у нас... Это что ли? Не знаю, что это. Но, конечно, есть средняя аптечка и патрон один. Собирать силовые узлы. Ага. Давай попробуем. А, это что? О, сюда. Чё, плазменный резак? X. Давайте я это выберу. Типа там намного логичнее, я думаю. Воздух, конечно. Увеличивает здоровье, увеличивает объем кислорода на 20 секунд. Не, мне нужно здоровье, это 100%. А что, что мне нужно делать? Типа? А, вот так, типа. Давай, блядь. И давайте вот его сделаем тоже. Урон и объем. Объем или урон? Блять. Я думаю, все-таки объем. Или все-таки урон? Не, все-таки урон давайте. Потому что он куда важнее, я думаю. Нормально. Нет, спасибо. Так, у нас с вами теперь урон побольше. Ну все, в принципе, я тут все взял. Погнали. Отлично, Эзик. Теперь тащи эту панель в транспортный контроль и подключи ее в стойку компьютера. Это перезагрузит всю систему. До свидания, блядь. Бля, скажи, что я смогу съебаться, как тогда. Пожалуйста. Блядь, тварь. Давай, открывай, блядь! Открывай! Блядь, до свидания, нахуй. Иди в пизду, блядь. А я не могу, что ли, ехать никуда? Алло, закрывай нахуй. До свидания, блядь. Все, блядь. 300, ёпта. Так, а призы все нету, блядь, что ли, у меня? Блядь, блядь. И чем мне сейчас драться? У меня одна пуля. Ну, похуй, давай, блядь. Че, тут хуй тоже какой-то выскочит, да, я так понимаю? Так и знал, блядь, тварь. Так и знал, что здесь будешь. Да иди ты нахер! Сука так, нахуй пошла, блядь. Блять! Прикинься! Блять! Шел ты нахуй! До свидания, блять. Я могу сохраниться сейчас? Я смогу сохраниться? О, я смогу сохраниться, нормально. Чисто, блядь. Ну а хули не, блять. Да-да-да, все, до свидания, блядь. Я лучше убегу сейчас от них, ну их в пизду, блять. Побежали нахуй от них. В пизду, блять. А, как я тут еще пройду тут? Мне сюда нужно, да?
Да, наверное, сюда. До свидания, блядь. Пиздец какой-то. Полный, блядь. Компьютер транспортной системы включен. Сейчас, дай-ка тут сохранюсь-ка, блядь. На всякий случай, знаете, блядь, это бывает, блядь, такое. Да. То, блядь, знаете-ка, бывает, значит, такое, блядь. Инициализация транспортной системы. Система инициализирована. Всё? Вагонетка на причальной палубе. Карантин снят. А, он прибыл, прям вагонетка. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Угу. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик. Встретимся уже на борту. Если доживем. Хэммонд, мы не сможем с этим справиться. Это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? Понятно. Это что? Давайте-ка еще раз сохранимся, что уже прошло, типа... Я только не говорю, что он сейчас восстанет, это херня. Мало аптечек сюда. Блин, мне, конечно, патрончики реально. Патрончиков вообще нету. Ну ладно. Так, ну, значит, короче, понятно. Блин, как всегда, сейчас это... Блин, сейчас же эта штука вот выскочит, да? Бля. Что-то делать мне придется. Побежим, чё? Что делать? Ничего. Только бежать, блядь, придется. А, классно. Классно. А, сохраниться тоже нельзя, да? Закрыто. Ну, спасибо, блядь. Чего, блядь? И ушла, блядь, нормально. Давай, погнали, блядь. Пошел ты нахуй. Все, блядь, мужик, беги. Пожалуйста, все, уходи оттуда. Открывай, блядь. Открой мне. Дура, открой. Блядь, иди нахуй. Отстань. Не туда бегу. Айзек, мы добрались до мостика. Тут даже же ХПшки нету. Выживших нет. Попробуем добраться до командного компьютера. Пожелай нам удачи. Ага, это вы мне пожелайте, пожалуйста. У меня ни ХПшки, ничего, ни патронов, блин. Как всегда. На, ну хоть. Кредит, зато кредиты. Сколько у меня там кредитов? Сколько у меня там денег? 15 тысяч. Почему бы нет? А зачем же нам, да, патроны, ХПшка вообще? В принципе, зачем? Что это такое вообще? О! Сюда. Сейчас давайте-ка я сейчас. Что здесь? Кредиты, блядь. Понятно. Давайте-ка сохранимся с вами. Да. Все, мы с вами сохранились. Давайте-ка идем дальше. Я бы даже среднюю хотел, просто аптечку дайте мне и все, блядь. Но нет, блядь. Мы же будем херней заниматься, да, игра? О! Чего, блядь? Чего? Здесь тоже что-то есть? Что? Да. Так, подождите-ка. Может, я не все. Может, я вообще не все обошел. Может, здесь скрытые тайники? Или как там? Что-то, может, здесь что-то есть, блин. Что скрыто? Какие-нибудь патроны также какой-нибудь тут. Не, ну здесь точно нету. Бля, вот туда бы надо туда было завернуть и все. Не, ну здесь все, здесь все, здесь ничего. В принципе-то. Понятно, блядь.
Может, здесь что-то еще есть, типа, не пойму. Ну, что за бред? Хо-хо-хо, даже так, да? Значит, так, да, блядь? Ну, 6 патронов уже хорошо. Значит, на того челика я даже не буду использовать их, эти 6 патронов. Где он, блядь? А, вон. До свидания, блядь. Сейчас сразу забегаю, беру по себе аптечку. Сразу же беру аптечку себе. Сразу хилюсь и погнали. Похилился. Да, блядь, иди нахуй, блядь. Да дай пройти-то, блядь. Что ты делаешь, мужик, блядь? Дай пройти-то, блядь. Что он, блядь, меня стоперит-то? Вот сейчас есть шанс пробежать опять. Я надеюсь. Сейчас бежим назад просто и будем херачить по одному. Ну или хотя бы вот этих двоих захерачу, а тех пробегу. Думаю, сейчас типа вообще погнали назад. Тревога. Повреждение секции главного ангара. Аварийные службы проинформированы. Серьезно, блядь. А, отсосешь. Блядь, это вообще бред полнейший. Ну ладно, бред такой вот он. Блядь, скажи, мужик, что ты оставил что-то, пожалуйста. Дай мне лут тоже какой-нибудь. Хер там, блядь, плавал. Ну, этих пробегу я 100%. Этого не факт. А не, пробегу. Нормально. Нормально, открывай, блядь. Беги просто беги, мужик. Пусть она сейчас говорит. Да что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь мы здесь надолго. Кендра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай мне подумать. Можешь зайти в командный компьютер? Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матиус находится в медлаборатории. Мертв. Что? Как? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы и постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это? Боже. Да, такое. Ну, понятно, давайте сейчас зайдем быстренько. Я сейчас сохранюсь. Смотри, сразу же, оп. Ага, все, а вот надо было раньше. До свидания, блядь, называется это. Вот, все, блядь. Теперь ну, потрачу хпшку лучше, блядь, чем, блядь, буду херню заниматься. Он сам не зайдет же? Не, все, он убежал. Девочка, ясно. Так, у меня есть транспортная станция, а это что тут? Куда? Ну, он сейчас здесь, скорее всего, появится, да? Даже не удивлюсь, если здесь чел какой-то сейчас прыгнет куда-то здесь. У меня плюс еще патроны есть, уже хорошо. Ой, тут самый туалет. Туалет какой-то, что ли? Здесь кто-то разговаривает. Непонятно кто. Ну, ребят, что я могу сказать? В принципе, все. Такая серия получилась, что она очень длинная, скорость получилась. Я не знаю. Вот. Вот так вот, да. В некоторых моментах просто застопорились жестко. Вот. Но, ладно. Ничего страшного, как говорится. В принципе, все, как обычно. Там, если понравилось, там лайк, да, лайк. Это обязательно, да, подписочка, колокол, да, чтобы вы узнали, когда новые видосы выходят. Вот, и комментарий уже по желанию, в принципе. Спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии. Давайте.